Задором под русские народные аккорды отбивают дроби артисты театра «Теремок». Коллективу Одинцовской школы искусств «Классика» 5 лет. Первый юбилей, как и положено, встретили на сцене. В их репертуаре и частушки, и распевные народные. Под веселую гармонь и сказку расскажут, и скороговорками побалуют. Даже басни и те обыграют. Темы отличаются от других народных ансамблей, считает руководитель коллектива Юлия Потапова. Коллектив детский от 4 до 13, почти 40 учеников. Мы этим живем, мы всегда рады этим заниматься и никогда не устаем, несмотря на физическую усталость после занятий. Конечно, мы выжаты как лимон, но эмоционально мы просто заряжаемся. Заряжается творчеством Юлия вместе со своим супругом Сергеем Петровым в фольклорных экспедициях. География – почти вся Россия, обрядовый фольклор, но понятный детям. На юбилей артистов пришли коллеги по цеху, люди, с которыми руководители «Теремка» и учились вместе, и в экспедиции ходили. Один из них, Евгений Аляев, считает, что русскую песню забывать нельзя, а присваивать любовь к народному творчеству необходимо начинать с детей. Когда начинает играть или гармошка, или балалайка, или просто начинает кто-то петь русскую, действительно русскую народную песню, дети, которые никогда не слышали ни народных инструментов, ни народной песни, начинают плясать, улыбаться и радоваться. Это генетически у нас заложено, это не убьешь. Юлия и Сергей работают с детьми по собственной методике. Опыта за 5 лет накопилось столько, что решили поделиться. В книжном формате 100 экземпляров в жестком подарочном переплете уже доставили в школу. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».